Сегодня мы покажем вам малышей, мальчишек, которые готовы ехать домой. Они здоровенькие, привитые. Каждый из них индивидуален. По окрасу, по характеру. Озорные, активные, ласковые, нежные. Рыженькие, черненькие. Ну, на любой вкус и цвет. Эти маленькие собачьи детки очень нуждаются в человеческом тепле. Берите собак из приюта, выбирайте себе друга и наслаждайтесь просмотром.
скорее, скорее, неси, скорее. Это девочка. Видите, такой колесий. Видите, такой колесий собак. Видите, такой колесий собак. Ой, кто? Ой, кто такой колесий? А кто такой? Такой колесий нос. Ну такой нос колесики. Нос. Такая сладкая. Такая сладкая собака. Такая сладкая. Такая пресладкая собака. Такая. А нос? А нос? А где нос? А! Где нос? Иди сюда. Иди сюда скорей. Скорей, 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 скорей. Скорей, 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 сюда, скорей, скорей. Иди сюда. Зайчик, иди сюда. На-н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 а. На-н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 а. Ой, какой холёсый мальчик, зайчик, какой холёсый мальчик. И кто тут фоткаться не хочет? А как мы тебя домой отправлять будем, а? Как мы тебя будем домой отправлять, нос? Ты чё? Все фото и видеоматериалы предоставлены Анной. Она, как правило, остается за кадром, но сегодня у вас есть возможность познакомиться с ней. Анна – профессиональный фотограф, и благодаря ее высокому мастерству пристроено немало животных. Ну а вы, наши дорогие подписчики и друзья приюта «Лохматая душа», и те, кто зашел первый раз на наш канал, пожалуйста, выбирайте малышей, берите это счастье в дом. А пока вы выбираете, думаете, пожалуйста, помогите нам прокормить их. Не пожалейте для них горсть корма.